Молодая мама и по совместительству фотограф Мария Поликарпова решила открыть собственную фотостудию в центре Самары. В ее портфолио классических фото не найти. Она редкий мастер в стиле ньюборн, снимает новорожденных. Еще будучи беременной, я смотрела в интернете все эти красивые картинки, и они мне очень нравились, они меня вдохновляли. И я хотела научиться это делать сама, но я уже тогда фотографировала, то есть мне хотелось именно сделать акцент на новорожденных. Когда родилась дочка, было буквально 6 дней, мы поехали на дачу, было как раз вот Бавилета, золотая осень. Просто красота. Свекровь взяла платок руссконародный и как матрешку ее завернула, положила в корзинку, и вот эти вот осенние листочки, яблочки с дачи. Это было потрясающе. Чтобы сделать удачное фото, нужно правильно укачать, запеленать и уложить младенца, признается Мария. Для того, чтобы научиться это делать, находила учителей по всей России и даже за рубежом. Сегодня снова в поисках знаний. На этот раз вместе с коллегами по материнству и идеей открыть ИП в числе слушателей курсов «Мама-предприниматель». Проект исключительно женский. Он реализуется в регионе по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Мы постарались сделать так, чтобы информация, которую девушки получат, была абсолютно практически ориентированной. Те спикеры, которые у нас выступают, каждый из них имеет собственный успешный бизнес и может ответить на те вопросы, которые у девушек появятся в процессе их бизнеса и, что называется, подстелить соломку. То есть это возможность избежать тех ошибок, которые уже другие люди сделали на пути становления бизнеса. Тайм-менеджмент для мамы – основы маркетинга и продвижения своего дела, в том числе и в соцсетях. Налогообложение и планирование – юридические аспекты. Все эти знания будущие бизнес-вумен получат в течение недели. Незнание законов не освобождают от ответственности. И хотим мы это, не хотим, мы в правовом пространстве должны работать грамотно. На первом этапе это очень важные шаги, и их нужно принимать осознанно. Поэтому на сегодняшнем курсе мы познакомимся с грамотным вхождением в бизнес. В Самаре недельные курсы для мам открываются уже в третий раз. В этом году поступило более 200 заявок от женщин. Организаторы выбрали 50 авторов самых интересных бизнес-идей. Молодые мамы пройдут обучение, а в финале состоится конкурс проектов. Автор лучшего получит грант 100 тысяч рублей на воплощение своей мечты. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.